Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Лекционный цикл «Музея модерна. Разговоры об искусстве» продолжает искусствовед Ирина Свиридова. На этот раз встреча посвящена концептуализму, творчеству основных его представителей, знаменитым произведениям и главным идеям этого направления. Тема лекции – концептуализм, феминистское и бедное искусство. Суббота, 28 октября в 15:00. В этот же день, но вечером, музей модерна приглашает на вечер фортепианной музыки. Фортепианные сонаты Скрябина и Рахманинова исполняет блистательный Николай Фефилов. Начало в 17 часов. Музей модерна. Самара, улица Красноармейская, 15. В ТРК «Гудок» открылась выставка «Волга-0», третья часть, которую представляет средневолжский филиал Государственного центра современного искусства. Выставка позиционируется как итоговая и готова рассказать нам о том, как выглядит и чувствует себя современное самарское искусство. В экспозицию вошли произведения и проекты 28 художников. Это самая крупная выставка в истории Самары, посвященная исключительно актуальному искусству на пространстве в 6000 квадратных метров. Познакомиться с работами модных художников Средней Волги можно будет до конца ноября. С 28 октября в Самарском государственном цирке гастроли Большого Варшавского цирка. На манеже любимицы публики индийские слоны Дженни и Магда. Под куполом цирка невероятные титулованные артисты, профессионалы своего дела, охватывающие различные цирковые жанры, воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры и озорной клоун. В программе также верблюды, пони, лошади, кенгуру и страусы. Такого вы еще точно не видели. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.